я пришла на этот митинг, потому что сюда, я знала, придет очень много людей. Этот митинг объединяет людей различных убеждений, различных совершенно партий. И у него главная идея действительно сменить власть, чтобы у нас вначале был нормальный, некоррумпированный капитализм, чтобы у нас благодаря конкуренции развелось производство, а потом, чтобы мы могли строить в какой-то степени социализм типа шведского. Ради чего вы пришли на этот митинг? На этот раз ради того, чтобы снять то, что здесь происходит. То есть вы не являетесь участником? В данном случае нет. Вы знаете, любой бы человек был бы, не лишь бы не воровал бы и для народа делал бы хорошее. Помогите, проявите солидарность, помогите узникам 6 мая. Мы на свободе, они в тюрьме. Вчера пришли за ними, завтра придут за тобой. Вчера пришли за ними, завтра придут за тобой. Спасибо. За нашу и вашу свободу, за нашу. Девушки, не надо общаться, это представитель движения НОД. Ему, с ним не надо общаться. Самое главное правило, им не надо ничего отвечать. С ними не надо разговаривать и так далее. Ладно, хорошо. Если вы не провокаторы, если вы не пришли с целью спровоцировать на что-то, а общаться с этими девушками не нужно. Боимся войны. Вот ко мне подходят женщины в основном здесь и говорят, что так же, как и я, очень боятся войны, что там будет Россия участвовать, что наши солдаты будут погибать. Я прошу вас поклясться, что это не Россия начала войну, что не Россия сбила войну. Поклянитесь своим здоровьем и жизнью.